Некогда скучать и челябинским пенсионеркам. Они начали активно осваивать йогу. В одной из городских студий создали специальную группу для тех, кому за. Регулярно посещают занятия 8 человек. Намасте, ладошки перед собой, таз чуть протягиваем, макушкой вытягиваемся вверх. Поза дерева, кобры или лодки для этих пенсионерок не проблема. Повторить могут любую асану. Главное – хорошая разминка и регулярность занятий. Элла Корк в группе «Самый опытный йог». Занимается уже 7 лет. Говорит, практики помогли ей решить проблему со здоровьем и выглядеть гораздо моложе своих 72 лет. Поясница болела, колени больно было ходить. А сейчас на 7-й этаж пешком хожу, лифтом вообще не пользуюсь. Сейчас много пенсионеров как раз ходят. Вон в лес выйдешь, там ведь очень много ходит. В обществе знания много занимаются разными кружками. Мне кажется, больше ведут активный образ жизни, так мне кажется, чем сидят.